Свой юбилей отмечает шахта «Распадская коксовая». Уже 15 лет горняки добывают черное золото высшей пробы – уголь марки «К». Сегодня это предприятие – неотъемлемая и важная часть Распадской угольной компании «Евраза». На шахте трудятся 642 человека. В день 15-летия шахты «Распадская коксовая» хочется, во-первых, отметить всех работников, кто уже работает с самого основания шахты «Распадская коксовая», кто не спит ночи, кто, не жалея своих сил, отдает себя производству, отдает себя строительству шахты. В 2018-м Междуреченская информационная библиотечная система отмечает 60-летний юбилей. Городская детская библиотека получила к празднику отличный подарок – капитальный ремонт помещений, инженерных сетей. Произведены работы по замене внутренних сетей отопления и электроснабжения. Выполнена система вентиляции и пожарной сигнализации. Юбилейную дату отметил и Междуреченский клуб литераторов. 15 лет это место объединяет поэтов, бардов, музыкантов. В честь круглой даты юбиляры пригласили гостей из городов Кузбасса. В военно-патриотическом лагере «Ратник» гости из ОМОНа, визитеры рассказали ребятам о своей профессии, привезли оружие и экипировку. На детей знакомство с боевыми офицерами произвело огромное впечатление. Каждый захотел попробовать прицелиться из гранатомета, подержать в руках гранату и даже примерить амуницию. Бронежилет 6 класса – это перчатки. Не представляю, как они в нем работают. Перчатки жутко неудобные. Кевларовые пластины в нем встроены везде. Вот здесь вот стальная. Вот что, под шею. Медали за верность и добро, серебряные знаки, шахтерская доблесть получили сотрудники Распадской угольной компании «Евраза». Всего отмечено порядка 60 наших земляков, в том числе и за идеи. «Фабрика идей» – такой конкурс существует в компании. Работники вносят свои предложения по улучшению производственных процессов. Победители конкурса получают премии. Мы способны преодолевать большие сложности. Хочу поздравить весь наш коллектив, сказать, что вы большие молодцы. С таким коллективом все будет в порядке не только 45 лет, но и 90 лет. Пока.